Снова здравствуйте, это вновь офф. Офф. Я не знаю, почему я два раза повторял офф. Повторил офф, но... Клоп не дает пройти глубже. Окей, ладно, хрен с ним. Больно меня это волнует. Налево. Эй, сундук. Джокера. Прости, Жакер. Возрождает игрока. О, окей. Ну, блин. Пригодился бы в той битве, правильно? Я работаю, чтобы быть производителем. Молодец. Так держать. А, фак. Ты кто? Атака, естественно. Я хочу узнать, кто это. Умение. Бум. Январь. Окей. Gull with the dusty breath. Короче, гуль с этим. С пыльным, фактически, дыханием. Light weakness. Окей, у него сопротивление против металла. Слабое, но сопротивление. Так, да, теперь я буду наблюдать, блин, за HP. Не как в прошлый раз. И стараться побыстрее все-таки нажимать. Потому что это оказывается важно, судя по всему. Другое дело. 170 опыта, 50 кредитов. Окей, найс. HP не устанавливается после битв, к сожалению. Так что мы быстро сгоняем сюда. И идем дальше. Ну-ка. Ну, судя по всему, битвы рандомные, как в каком-нибудь там покемоне. Покемоне. Я очень странно это произнес. Окей. Найс. Плиз, дайте мне узнать, кто это такие. Веп. Магнолия, Severed Head Floating in the Air. Окей. Ну, собственно, отрезанная голова, которая в воздухе летает. Я того же атакую, в общем-то, плевать, я думаю, в результате. И бом. Изи. Ценники уничтожены, 200 опыта, 40 кредитов и билетик. Здесь мы были, окей. Ну, либо нам наверх, либо вправо. Что ж такое-то? Это будет запарно. Я понимаю, что это RPG, но все же. Бум. И того же атакую. Если мы избавимся от одного, уже будет намного легче. Бум. Не, все-таки музыка очень неплохая. Пока, прощай. Окей. 60 кредитов, билетик. Идем дальше. А можем ли мы здесь пройти? Окей, можем. Восточную часть мы пройти не можем. На. Не хочу пока выходить. Рановато, я бы сказал. Вот я на самом деле не люблю RPG, которые вот такие вещи делают. Если я хочу сражаться с врагом, я буду с ним сражаться. А то, что ты просто идешь... О, он опять мертв, классно. Если он... как называется? Если я хочу с ним сражаться, я буду сражаться. Если ты просто идешь, блин, по карте и на тебя наскакивает. Это, не знаю, раздражает. Поэтому мне, в общем-то, не нравятся покемоны, если честно. О, класс. Я опять не обращал внимания на HP. Пожалуйста. Я знаю, что мы ослеплены, но... Как бы... Что я могу сделать? Видно ничего? Плиз? Может быть, я когда-нибудь в него попаду? Нет? У нас тоже мало HP. Вот что. У меня просто нет никаких предметов, которые бы восстанавливали... все, в норме, найс. Предметы уничтожены, 200 опыта получено, 40 кредитов, найс. Так, он у нас... он мертв. Это плохо. Придется возродить, видно. И билеты использовать. Найс. Ну, билетов вроде много, поэтому почему нет? Два куска мяса дьявола. Простите. Снимать все проклятия. О, вот это было бы полезно, правильно? Нет, наверх опять. Там был сундук. Окей, враги.
А, вас трое! Не очень хорошо. Атаковать быстрее. Гудбай. Окей, сна нет, к счастью. Не сна, а ослепление, простите. И, в общем, ты должен быстренько огрести. Пожалуйста, батлер. Точнее, баттер. Беттер. Окей, найс. Что-нибудь уничтоженное, всякое говно, кредиты. О, мы третьего уровня. Лечение 1 получено, альфа-уровень таран достигнут, широкая цепь получена. Окей, новые навыки. Что они хоть могут-то теперь? Ну, понятно, лечение. Особая атака слабой силы. Окей, окей. Но я полагаю, у нас вниз и там справа наверх можно будет. Ну, видно, там справа наверх это просто выход. Банально. Дверь. Но кажется, она заперта изнутри. Класс. И, еп, конечно. Куда без этого? Я бы очень хотел, если ты наносил немножко побольше урона, чтобы хватало на сразу на уничтожение одного врага, но, к сожалению, нет. Много билетиков. Найс. Что ж я ускориться не могу? Ну, у нас только один путь наверх. Насколько я понял. Потому что остальные места блоками закрыты. Эй, привет. Что? Ты из дымящихся шахт? Да. Но там же много призраков, там внизу. Да. Ты призрак? Нет. Тогда кто? Тебя прислал королева или Дедан? Никто из них. Но ты знаешь, как сражаться с призраками, ты можешь уничтожить их? Да. О, это было бы замечательно. У нас есть призраки в наших больших амбарах. В амбарах? М-да. М-да. О, пришло время истории. Камушки. Вы на металлической ферме Пентеля. Серьезно? В восточной части первой зоны. Окей. Быки, коровы. Наша работа — разрезание скота на две части и извлечение металлических валунов, образовавшихся в трупах. Прости. Это физика, точнее не физика, а анатомия не так работает. Весь некачественный металл выбрасывается, формируя нашу почву. Остальное очищается для изготовления инструментов и тому подобное. Просто опять же, вот это подземелье неохота исследовать, да? Потому что ты знаешь, что, о, я сейчас немножко пройдусь, опять враг нападет. Некоторые из них кладут в ящики и посылают в другие зоны, поэтому они получают инструменты и вместе с ними почву, как мне кажется. Окей. Цинк, сер, аргент. Как первый из четырех элементов, этот элемент важен для нас. Окей. Почему вдруг быки состоят из металлов? Потому что без металла людям будет не на чем ходить, они будут вечно тонуть и тонуть. О чем ты вообще? Там призраки в амбаре. Сначала должен зачистить шахты. Да, но амбары не такие уж большие, и было бы неплохо, если бы ты разобрался с ними скорее. Королевский ревизор скоро прибудет. Поэтому не могут ты сперва разобраться с амбарами. Ладно. Замечательно, большое спасибо. Амбары находятся по правую сторону. Вообще они небольшие. Ты увидишь это, когда закончишь это быстро. По правую. А что здесь? И могу ли я пройти налево? Ноп, не могу. Я предпочитаю работать здесь подальше от дымящихся шахт. Так как тут хотя бы есть чем дышать. Нам нельзя привязываться к животным, а если оно так, то уже будет тяжело засунуть свои руки им внутрь. Окей, как скажешь. Так, что там у нас справа? По-моему, эти амбары достаточно крупные. Так-ка. Эти шары — кучки обработанного металла, который будет послан в другие зоны. Они металлические. Окей. Собираешься уничтожить призраков? Осторожно, королевский ревизор может прийти в любой момент. Линда Исман просит нас внимательно следить за питанием животных, чтобы производить высококачественный металл. Хорошо, как скажешь. Осталось 5 призраков. Это немного. В теории. Hello? Оу. Это стрёмненький призрак. Спуки. Умение... Интересно, кто это. У меня секта Fat Specter. Окей, против дыма у него легкое сопротивление. Попробуем вот эту хрень. Эй, найс! Естественно, это ЦП тратит. Простите? А где? А, окей, я понял. Ха-ха. Интересно. То есть их здесь больше на самом деле было. Прекрасно. Потому что на самом деле еще весь этот шрифт мне тяжело смотреть, тяжело видеть, у кого мало HP, у кого много HP. Даже такой шрифт странный. Еще 4 призрака. Теперь ты. Музыка, она смешная. Окей.
Забавно то, что тут появляется хрень. Аха. Что это фактически тоже враги. Прикольно использовано. Я думаю, а, это диалоговое окно. На самом деле нет, нифига. Тимки уничтожены. 7 софта, 50 серебряной плоти. Найс. Гудбай. Как у нас там со статусом? Нормально пойдет. Нет, я туда не пойду. Пока что. Найс. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так, теперь бум-бум-бум. Найс. Please, 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 give me that. И прощай. Эй! Это намного проще, чем те ребята, которые были внизу. Другое дело. Эй, корова. Okay. А, фан. Я не знаю, почему на меня это испугало. Ну, я имею в виду, это призрак, правильно? Так, отковать, умение. Бум. Гудбай. В этот раз только один. Ахах? Или как? А, нет. Еще один появился тут же. Изи. Противники уничтожены, сопта, бла-бла-бла. Ага, найс. А, еще один призрак где-то должен быть. Я так понимаю, он внизу. Окей. Тогда сохранимся в следующем эпизоде. Если понравился этот эпизод, то поставьте лайк, ставьте комментарий, подпишитесь, помогает продвижению канала. И да, до встречи.